Так, продолжаем съемку, дорогие друзья. Хорошо, дорогие друзья, сразу проверят, есть в розыске или нет. Вдруг произошла ситуация какая-то после выборов. Сейчас вы задерживаетесь по статье 3.18 Кодекса о административных правонарушениях. Да. За отсутствие средств защиты, да. Нарушение указа мэра города Москвы. Пройдем со мной, да, полиция. Да. Куда следуем? В комнату полиции. Где находится комната полиции? Сейчас дойдем до нее. Ну вы скажите, где? Здесь. Ну вы произнесите адрес. Мне надо выложить здесь, чтобы приехали люди, адвокаты или еще что-то. Куда станция мы идем? Станция метро Александровский сад. Станция метро Александровский сад, отделение полиции. Стоп, снято. Выкладываю в сеть.